знаешь, какая связь между светом и искусством? Свет нужен для того, чтобы рассматривать картины. А еще светом можно рисовать. Если вы умеете рисовать карандашом, вы можете рисовать и светом. Вот любым фонариком можете рисовать, очерчивая любое изображение, даже самих себя. Как называется живопись света? В мире известно по названию light painting. Light – это свет, painting – живопись. У нас это называется люминография. Организация Объединенных Наций решила, что 2015 год будет годом света и световых технологий. Значит, подарки к Новому году должны быть сделаны из света. Какой можно сделать подарок из света? Со светом можно сделать все, что угодно. Вы можете воспользоваться простым фонариком для велосипеда или каким-то фонариком, который прикрепляют шахтеры себе. Можете взять просто обычный фонарик и рисовать светом с помощью фотокамеры. Главное – длительность выдержки. Сколько времени тебе нужно, чтобы нарисовать картину? 5 минут или 10 секунд. Такую выдержку нужно установить на фотоаппарате. Тот, кто рисует, не должен себя выдать в кадре, поэтому он одевается в темной одежде. Если ты хочешь сама попасть в кадр, то ты одевайся как можно ярче. У люминографии очень большой потенциал. Стараемся делать не просто цветочки или пририсовывать крылышки к человеку. Мы стараемся делать картину. В мире есть очень хорошие художники. Мы находимся только в начале пути. Возможно, и вам удастся сделать такую картину, которая прославит вас на весь мир. Да будет свет! Люминографические открытки рисовали Катя Пармакова и Адель Фатахова. С Новым годом!